там пам та там та та там та 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 Отплясывать так может далеко не каждый подросток, не говоря уже о тех, кому далеко за 70. Людмила Николаенкова всю жизнь посвятила танцу. Сначала танцевала сама, теперь учит других. Раз, два, три. Назад левой. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот уже более 60 лет Людмила Павловна занимается танцами. Начинала подростком, но скорее от нужды, чем по собственному желанию. Нам давали две машины дров и валенки. За то, что я хожу в танцевальный. Естественно, мама меня отправляла. Вот. Так я начала заниматься в танцевальном коллективе. Меня это очень устраивало. Сейчас она не только танцует, но и поет. И так с песней по жизни справляется со всеми проблемами, и не только в быту. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо. Все будет хорошо, я это знаю. Талант Людмилы Николаенковой не остался незамечен. У нее множество медалей и наград, полученных за годы работы. С годами ее коллекция продолжает пополняться. Сегодня она руководит ансамблем «Красная гвоздика». Таких, как она, там около десятка. Сегодня им предстоит выступление в битве хоров. Самое главное, говорит Людмила Павловна, это хорошо разогреться. Придет и вздыхает со мною побудь. А сил не хватает его оттолкнуть. Несмотря на свои 74 года, Людмила Павловна полна оптимизма. Говорит, что после пенсии настоящая жизнь только начинается. Ведь сейчас у нее наконец появилось время полностью посвящать себя любимым занятиям. Хоть нам и присваивают, что мы в возрасте, но мы душой все равно молодые и будем до конца молодыми. Алексей Никаноров, Дмитрий Поленов. Новости Темиртау.